Kuru. Велосипеды, которые ты можешь арендовать. Put some money and get the bike to rent. Then put it back on different station. So happy me. Get on, girl.
Где твоя улыбка? Я улыбчива. Кривой рог, даже улыбаться. Мы в старом городе. На двор, видишь, вышли во двор. Вот интересно. Придумали.
буржуи. Видишь, здесь тихо, жилой дом. Во двор никакого шума. Если бы еще и воду включили. А еще с водой так вообще люди спят, наверное, как убитые. Шум воды успокаивает. Нас ждет. Интересно. Да? Классно, дворечка такая. В старом Стокгольме.
иногда больше нравится. Больше крокодила? Нет, я понимаю. Вот мне такую тетку надо. Такую всю, вы без головы. Знаешь, без как хорошо? Да. Без пашки. Ну? Ну что, идите где-нибудь присесть? Да. Ну вон там кофеюшнички есть. Пойдем туда. А вот там весь цветок. Смотри, как он. Пошли на угол. А вот здесь, на углу, спасибо. Ты это имеешь в виду? Цветочки? Да. Пойдем. Кафе «Энгелы». Хорошенький такой, не все чего. А здесь мы не сядем. Ничего не поделать, все. Страшнота вещь такая. А я вот сейчас поснимаю кино. Страшное дело. Ну, а потом детям покажу, чтобы на ночь показать фильмы ужасов. Чтобы они не спали по ночам. Сейчас прическу поправлю. Девку свою, рвану. И с цветочком. Единственное, что мы сможем взять, так это пивка и бежать.
отсюда видно ее хорошо. Это наш корабль стоит. Видно прямо из города. Я возвращаюсь туда. Блин, нам мне нужно к 1:30, а ребятам нужно к 2:30, потому что они посидят, отдохнут там, без меня. Где у нас с тобой? А потом уже пойдут на корабль.